Где игры? Думаете, сможете бросить нас? Мы вас подкупим, мы промоем вам мозги нашей новой игрой! Здравствуйте, дамы и господа! Я думаю, вы замечаете, что с весны 2020 года в интернете началась очень активная реклама одной игры. По заставке вы поняли, что речь пойдет об Raid Shadow Legends. Казалось бы, ну пусть себе рекламируется, но дело в том, что это была агрессивная подача. Множество блогеров ее прорекламировало и порекомендовало. Странным казалось то, что рекомендации с хвальбами были идентичны, а реклама есть даже на каналах, которые не по игровой тематике. Это был повод задуматься. С чего вдруг данную игру так сильно раскручивают и расхваливают журналистские издания? Может быть, там есть что-то интересное, уникальное и необычное? Мы это узнаем. Перед скачиванием я посмотрел отзывы и увидел там море негатива от пользователей. Везде писалось, что игра заставляет платить вас за каждое действие. Вышеупомянутая рекламная кампания, технические проблемы, на вроде сломанных боссов, падение серверов, отсутствие баланса и много еще чего интересного. Хочется отметить, что несмотря на то, что здесь нету ни одного положительного комментария, у игры почему-то рейтинг 4 и 6 из 5. Как? Нет ничего проще, дорогой Ватсон. Дело в том, что оценки можно купить. Скачивание прошло быстро и без происшествий. Во время первой загрузки пришлось подзагружать дополнительный контент. Неизвестно, с чем это связано, и почему нельзя было это все сразу запихнуть в игру. Потом пришло пользовательское соглашение. Его необходимо принять, так как иначе игру не начать. А приняв, ты автоматом отказываешься от всех претензий к Плариуму. Это разработчик. Будем знакомы. В рейде есть 6 режимов. Главная сюжетная кампания, подземелье, конечно же колотить их в задницу, войны фракций, оргии, но они здесь называются арена с другими игроками, клановые битвы и некая роковая башня. Для того, чтобы в нее попасть, нужен 40-й уровень. Но как бы я ни старался, нужного уровня я так и не достиг. Сюжет игры – это стандартное фэнтези. То есть все как всегда. В очередной раз появляются силы тьмы, которые пытаются подчинить все себе. Но это не минус. Даже разработчики не заявляли, что у них тут, условно скажем, технофэнтези. Просто это кажется уже достаточно заезженным и не вызывает особого удивления. По крайней мере, я ожидал, помимо косметических изменений и замены названий, хоть чего-то нового. Поэтому немножечко бомбизма тут будет. Вот краткий и недолгий пересказ сюжета. Компания героев, состоящая из мага, паладина, стрелка и мрази из рекламы номер один, врываются в некие катакомбы, наполненные нежитью и золотом. Уже большой такой косяк в заставке. Герои, которые секунду назад стояли сзади, исчезли. С этой миссии начинается обучение, а также единственный в игре диалог персонажей во время боя. Герои тут максимально прокачаны и с легкостью прорываются в конец кишки. И там, угадайте, что находится в подземелье, набитым золотом? Правильно, дракон. Сначала он сжирает стрелка. Герои пытаются убить его, но похоже, что дракон мастерски владеет словом силы, поэтому исход очевиден. Герои как бы умерли, однако появляется наша наставница Арбитр, которая лично мне напоминает почему-то Лотос из Варфрейма. Ну да ладно.
Она говорит, что вся эта четверка должна была справиться, но, как мы сами видели, не справились. Space Mom перекладывает свои обязанности по защите мира на нас и предлагает нам выбрать первого героя. Выбрав мага, рассказали завязку сюжета. Кое-какое царство держало мир с другим государством и внезапно развязало войну со вторым, а король обложил свой народ непосильными налогами, чтобы поддержать свою армию. В кампании всего 12 глав, то есть и вправду большая, но ни капли не интересная, так как ввиду клишированности сюжетные ходы очевидны до удури. Например, то, что силы тьмы использовали множество посредников. По ходу повествования вы побываете в таких замечательных и уникальных, в кавычках, местах, как шахты канализации, мавзолей Ленина, темный лес, где живет, на удивление, не какая-нибудь нежить, а темные эльфы. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в Моровинд. Мегакалитка. И прочие места, про которые вы наслышаны из сказок и других произведений. Сюжетная кампания оканчивается, как всегда, в классическом Мордоре. Не поймите меня неправильно, то, что они вставили всеми знакомые локации, не является минусом самому по себе. Просто есть одна вещь, которая убивает весь мистический сюжет. Это то, как построены уровни. Каждая глава представляет из себя 7 уровней, и знаете, как мы проходим все это? Убиваем все на своем пути. То есть, неважно, почему началась эта война, почему силы тьмы пытаются поглотить всех, почему появилось только предателей, ведь мы в любом случае дойдем до финальной локации и замочим подонка, а его убийство вряд ли даст какие-нибудь ответы. Во время прохождения уровней мы не будем встречать неигровых персонажей, с которыми можно разговаривать, которые будут присоединяться к нам или наоборот предавать нас. Лишь только какие-то недобитые солдаты, да и то лишь в заставках, будут нам что-то говорить. Хочется припомнить Warframe. Там, во время миссий, мы встречали персонажей, которых надо было куда-то сопровождать, защищать их от врагов, и они говорили свои реплики, хоть столько и по скрипту. В рейде же даже такого нету. Прибавьте сюда еще хреновые заставки. Хреновые в том смысле, что для 2020 года они смотрятся очень дешево, и рисовка так себе. Вот так, если что, они нарисовали огромные деревья. Выглядит просто отвратительно. На нем никаких мелких прорисовок. И вообще, все заставки сделаны вот таким вот образом. Даже я в свои 4-5 лет рисовал лучше. У меня можно было понять, что это, например, дерево. Это вот сторонний объект, а это персонаж. Причем в начале игры у них была заставка на движке игры. Почему так нельзя было сделать во всех остальных? Что, сложно было сделать скелет для всех персонажей в игре? Хорошо, ну тогда можно было бы сделать, условно говоря, вид от первого лица, не показывая наших персонажей, чтобы все события разворачивались вокруг нас в полном 3D с анимациями и звуками. И какого черта заставка из игры 1994 года выглядит в сравнении с заставками из Raid как небо? Это я говорю про рядовые катсцены, которые всегда проигрываются после перехода с одной локации на другую, а не про первую заставку во время запуска. Перед рассказом про игровые механики нужно определиться с жанровостью игры. Ведь во всех рекламных роликах и сами разработчики говорили, что это ролевая компьютерная игра в стиле темного фэнтези. Давайте же разберемся, что такое ролевая игра и темное фэнтези. В рассказ вошло лишь самое главное, ввиду того, что полное описание слишком длинное для видео. В ролевых компьютерных играх игрок управляет одним или несколькими персонажами, у которых есть стандартные характеристики, на вроде очков здоровья, и показатели, например, сила, интеллект и так далее. Ролевые игры полагаются на продуманный сюжет, игровой мир, а сам сюжет — это серия заданий. Имеются очки опыта для повышения уровня и увеличения показателей. В игре должны быть такие элементы, как ролевая система, исследование, сюжет и боевая система. В процессе прохождения у игрока повышаются характеристики, а также встречаются их проверки. Игрок может создавать своих персонажей, должно быть запланированное развитие умений.
Игрок также должен взаимодействовать с игровым миром для нахождения новых областей, нахождения предметов, хотя в принципе возможно создать ролевую игру без инвентаря, также должны быть источники информации, в игре должны быть неигровые персонажи, которыми управляют компьютеры, и с которыми можно разговаривать. Можно выбрать свой путь из нескольких вариантов воздействия на игровой мир и воздействия мира на вас. Сюжет должен включать наличие информации, вроде намеков, обучения, цели, возможность выполнения заданий в зависимости от роли и решений игрока с последствиями выбора. Боевая система влияет на исход конфликта. Использование оружия зависит от навыков персонажа и присутствует элемент случайности. Исходя из количества перечисленных элементов, можно сделать вывод, является игра ролевой или нет. Еще надо выделить крепкость, как бы это глупо ни звучало, ролевой игры, то есть абстракция от навыков игрока. 100% крепкость – это первые компьютерные ролевые игры, где лишь отдавались команды персонажу, и на этом наши полномочия – все. Дальше компьютер, в зависимости от характеристик, определял исход чего-либо. 75% крепкости на вроде Варкрафта, где есть перемещение игрока, стороны действуют одновременно, а дальше опять за расчеты берется компьютер. 50% крепкости. Тут появляются элементы боевика. Имеется свободное управление, определяющим фактором являются характеристики и снаряжение. Крепкость 25 и ниже – это уже экшен-РПГ. К таковым можно отнести серию древних свитков, где управление персонажа подобно жанру боевика. Бои в реальном времени, самостоятельные увороты. Однако, если вы выбираете какое-то действие, работу начинает компьютер и дает результат. Про темное фэнтези. Оно отличается от обычного тем, что в произведениях такого рода зло, как правило, уже победило. Или скоро победит. Ощущается никчемность человека, беспомощность и безысходность. Искра добра пытается побороть огромное зло. Обстановка должна быть мрачной и серой, с холодными тонами, которые это сильно подчеркивают. К тому же, хоть в статье это и не написано, в произведении должна присутствовать кровь и расчлененка, как вишенка на торте. Все это было рассказано, чтобы потом у вас не было вопросов, что такое РПГ и темное фэнтези. После начала игры нам показали бастион, наша главная локация, где можно качаться, вызывать героев, смотреть снаряжение. Знаете, почему мы не можем ходить по городу, и у нас имеется всего лишь такой вид сверху? Потому что город сделан халтурно. Это просто кусок локации в пустоте, которую даже видно. Вот, видите? И не надо говорить, что разработчики не досмотрели, так как это самая главная локация в игре. Игрок будет большую часть времени смотреть на нее, поэтому всякие швы и прочая тьма в кавычках будет резать глаз. О призыве героев. Их можно получить как во время боев, но они там не часто попадаются, либо вызывать их в портале при помощи специальных осколков призыва. Существует 4 типа осколков. На самом деле осколки – это замаскированные лутбоксы. Кто не знает, что это такое, советую почитать в интернете, там вы найдете всю болезненную тему. Если вкратце, то это ящик Пандоры. Ты не знаешь, что из него выпадет после того, как ты вольешь туда определенную сумму денег. То есть получается элемент казино. Каждый осколок призывает определенные типы героев. Например, загадочный осколок призывает так себе героев, а какой-нибудь сакральный уже крутых. Чем лучше осколок, тем больше денег надо для того, чтобы призвать бойца. Например, загадочные осколки можно вообще пачками вскрывать. Там для этого даже специальная кнопка есть, где можно вскрыть 10 разом. Да и единичный призыв там очень дешевый, всего 500 серебра, местной основной валюты. Но потом сразу же древний и темный уже стоят 20 тысяч серебра, а сакральный аж 100 тысяч. Причем знаете, ребята, что у сакрального осколка, который самый редкий в игре, шанс призыва легендарного героя всего 6%! Здесь есть подачка от Плариума в виде системы компенсации неудач. Тут можно смеяться до боли в животе. Она активируется после какого-то количества попыток без определенного типа героев. И вот она. Если из древнего или темного осколка
не выпадают эпические герои, то через 20 попыток шанс повышается на 2% и постепенно будет увеличиваться. Когда наконец призовется эпический персонаж, то шанс вернуться на круги своя. И кстати, древние и темные осколки редки, да? Ну так вот получите в лицо. Для легендарной редкости нужно более 200 неуспешных попыток на включение. И всего на 5% за осколок растет шанс. У сакрального активируется система с легендарными героями через 12 попыток. Шанс увеличивается на 2%. Пока вы будете выбивать себе этот шанс, вы спустите все свои деньги и осколки в небытие и получите тонну каких-нибудь ненужных или слабых персонажей. При помощи осколков нельзя получить всех персонажей. Часть из них можно получить через систему слияния. Это когда редких героев сливают сначала в эпических, а потом в одного легендарного. И тут есть свои дебильные правила. Герои, что идут на слияние, должны быть максимально прокачаны во всем: ранг, уровень улучшения и развитие. И если такое древо полное, то на создание легендарного героя можно потратить огромное количество денег, ресурсов и времени, что делает эту систему совершенно невыгодной. И еще. Героев по системе слияния можно сделать лишь один раз. Еще героев, которых нельзя получить через осколки, можно получить через частицы. Частицы можно получить в специфических локациях, например, в Роковой башне, ту самую, в которую я так и не попал. Для призыва героя нужно 100 его частиц. Для каждого героя, естественно, свои собственные частицы. Добывается за один бой около 5 частиц. Это было просто событие, и мне удалось посмотреть, сколько выпадает. Итого 25 адово-тяжелых боев для получения одного персонажа. Всех тех героев, которых вы получили, можно посмотреть в специальной кладке. А единовременно у вас может быть 30 активных героев. Количество слотов можно увеличить. Также есть хранилище. Оно позволяет сохранять 10 персонажей. Его размер можно расширять, так же, как и размер основного. Цена везде на расширение одинаковая. 120 тысяч серебряных, либо 40 рубинов. Персонажи делятся на типа стихии. Магия, сила, дух, тьма. У каждого свои особенности и урон. После прохождения уровня выдали артефакт. Как сказано в игре, артефакты – это специальные предметы, которые повышают параметры героев. Артефакт одевается бесплатно, а вот снятие – другое дело. Если вы, не дай боже, захотите его снять, то появится два стула. На одном его можно снять бесплатно, но при этом он сломается. На втором стуле можно заплатить кругленькую сумму, и тогда он снимется с героя и сохранится. То есть вы прокачали какой-нибудь артефакт полностью, но поняли, что на N-ном персонаже он не нужен. Хотите пересадить его на другого, и давайте, вливайте деньги к разработчикам, а то все ваши кровные, которые вы потратили на улучшение, могут быть просто безвозвратно уничтожены. Ой, я сказал прокачка артефактов. Артефакты можно улучшать. Улучшение приводит к тому, что у них иногда появляются дополнительные свойства. Но для того, чтобы они появились, нужно потратить на этот самый артефакт дофига денег. И потом, у артефактов есть ограничения прокачки. Чем выше качество артефактов, чем дальше их можно прокачивать. Ограничения можно понять таким образом. Вы нажимаете кнопку улучшения, деньги с вас списываются, но никаких улучшений не происходит. Вы можете много так денег слить. Арты можно зачаровывать. Это делается через один ресурс, который называется глифы. Их всего 9 типов. Работает это так. Глифа на атаку повышает урон, который наносит герой. Глифа на здоровье повышает здоровье героя и так далее. Сильное зачарование будет стоить дорого, в районе 100 тысяч внутренней игровой валюты. Возвращаемся к нашим бойцам. Во время боев они получают опыт, который повышает их характеристики, но очень слабо. Можно и нужно пользоваться ранее упомянутыми артефактами. И самое жопораздирающее. Улучшение максимального уровня и навыков персонажа. Для того, чтобы улучшить максимальный уровень персонажа или просто повысить его уровень без боев, нужно пожертвовать одного героя на того, которого вы хотите прокачать.
Причем вы должны пожертвовать нескольких героев соответствующей стихии. Такое же правило распространяется и на повышение ранга для персонажей. Там опять надо жертвовать персонажей соответствующей стихии. Причем не каждый персонаж подходит. После повышения уровня или повышения ранга, уровень персонажа сбрасывается на первый. То есть вам придется заново перепроходить уже пройденные локации, чтобы добить максимальный уровень и повторить этот процесс заново. В Warframe была похожая механика под названием поляризация, где уровень персонажа тоже сбрасывался на первый, и менялись параметры для улучшения. Но там эта процедура была необязательная, она была по желанию, чтобы игрок, который такое сделал, получил преимущество, а здесь это обязательно! Для повышения ранга есть альтернатива, она называется корм. Если им откармливать героев, то у них повысится ранг, но и тут разработчики вставляют палки в колеса. Корм существует аж 4 типов! 2-звездочный, 3-звездочный, 4-звездочный и 5-звездочный. Каждый соответствует звездочкам, которые должны быть рядом с персонажем. Если у него 3 звездочки, то его нужно 3-звездочному персонажу. Просто очередной геморрой на ровном месте. Заведомо развитие. Оно нужно, чтобы увеличивать параметры героев и открывать их новые навыки. Для этого нужны зелья. В игре существует 5 типов, не считая смешанных. Получить зелья можно либо в магазине, либо в режиме подземелий, о котором потом. А про смешивание, оно стоит дорого. Вот все, что о нем можно сказать. Кроме них, есть бухло для поднятия характеристик, но мы его опустим. Естественно, для каждой стихии свой пивас. Навыки персонажа можно улучшать исключительно через тома навыков. Тут действует правило, что персонажи легендарные и эпические могут использовать только самые редкие книжки, а все остальные бойцы ниже по качеству могут использовать любые тома. На случай вашего долгого отсутствия, чтобы опыт не простаивал, имеется тренировочный лагерь. Пока боец пребывает в нем, у первого прибавляется энное количество опыта в час. В лагере есть 5 мест для одновременной тренировки, но изначально открыто лишь одно. Забавно то, что у слотов есть уровень, который увеличивает количество опыта в час. Открывать слоты и улучшать их можно только за рубины. Рубины можно получить, вливая реальные деньги в игру. А при низкой прокачке опыта вы будете получать мало. За 35 минут всего 2200 единиц. За 5 боев, что занимает около 5-6 минут на низких локациях, вы получаете такое же количество опыта. То есть, на первом уровне он попросту бесполезен. У персонажа есть еще параметр, который можно развивать. Это таланты. Они существуют 3 типов. На атаку, защиту и поддержку. Развиваются только при помощи свитков. И как вы поняли, на каждый тип нужен свой собственный свиток. Плюс ко всему, у каждого героя свои собственные свитки, не общие. То есть, если во время боев в подземельях какому-то герою начисляется 3 свитка, то они начисляются только ему. Соответственно, нужно строго выбирать, каких бойцов вы возьмете в походы на подземелье. Заострим внимание на премиум-валюте. Здесь в качестве нее выступают рубины. Существует несколько путей их получения, помимо обмена реальной валюты. Это их получение в качестве наград и рубиновая шахта. Открыть рубиновую шахту можно в бастионе. Очередной подводный камень. Для того, чтобы открыть шахту, нужно 500 рубинов. У вас их в начале игры будет 10. Даже если вы каким-то образом накопили эти 500 рубинов, то вот вам характеристики шахты. Опять система уровней. То есть, чем выше уровень, тем больше она будет добывать, и тем меньше времени будет занимать добыча. Неулучшенная шахта добывает 1 рубин за 4 часа 48 минут. На первом уровне она вмещает всего 5 рубинов. А теперь допустим, что на 3-м максимальном уровне она дает 1 рубин через 2 часа и ее вместимость 15 рубинов. Время до заполнения в таком случае 25 часов. Допустим еще, что каждое улучшение стоит 500 рубинов, хотя может быть, что следующий уровень дороже предыдущего. Итого 1500 рубинов на все, включая покупку и прокачку. Для того, чтобы отбить шахту на максимальном уровне, вам понадобится 375 часов или чуть более 15 дней. Ладно, я не сказал, что рубины начисляются за повышение уровня и падают из сундуков из-за достижения.
Сундуки попадают в хранилище, и там они хранятся в течение ограниченного количества времени. Например, тебе прислали разработчики подачку, так она через какое-то время испарится, где-то за 24 часа. Так что спешите, хлопцы! Любую валюту можно потратить на рынке. Это место, где можно покупать снаряжение и персонажей за серебро. Не все слоты для покупки доступны, вы должны открывать их. К счастью, только за серебро, но постепенно цена открытия будет увеличиваться космическим параметром. Самое больное в этом базаре – вы не можете продавать свое снаряжение. Нельзя продавать ненужные артефакты, которые слишком слабы, или героев, так как тогда, ближе к середине игры, у вас было бы достаточно хлама, чтобы заработать большую кучу денег и потратить их на улучшение своей армии. Ассортимент рынка обновляется каждый час. Его можно обновить еще за 5 рубинов. Теперь долгожданное прохождение самих уровней. После прохождения первой локации заканчивается обучение. С главы Мавзолея начинается интересное, то есть ваши проблемы. Видите ли, тут есть уровни, потому что типа RPG. Уровень моих персонажей был ниже необходимого для гладкого прохождения, и я решил, что мне надо прокачаться до тех пор, пока уровень персонажей не будет равен уровню врагов в конце локации. Начинается необходимое оформление опыта, так как иначе вас ждет боль. В качестве примера, вот случай у мегакалитки. Произошло отсутствие баланса у врагов. Если раньше мои внимания, прокачанные герои, слегка поддавались, то теперь они стали массово дохнуть от врагов, которые ниже их на 10 уровней, и каких-то орков-колдунов. Решив всего лишь один раз пропустить фарм из-за своей лени, это вылилось в кучу таких проблем. Например, то, что мой главный герой-маг становился практически бесполезным. Он носил крайне мало урона, и его обычно убивали на втором этапе уровня. Про сражение с боссом я вообще молчу. До конца дошли все. Однако из-за пропущенного фарма, босс за пару ударов сначала снял одного героя, потом второго, затем эпическую шаманку. В результате, когда у босса оставалось меньше половины здоровья, у меня остался всего один герой, ящер-органианин. Но, к счастью, его хватило на убийство босса. В логове высших эльфов такая ситуация повторилась. Однако там я уже ходил на фарм и был полностью подготовленным. Да уж. Враги 18 уровня, с легкостью сносящие четверть здоровья у прокачанного героя 28-30 ранга с артефактами. Но все же, даже в такой жопе появлялись лучики света. Одним из них была механика, которой гордились разработчики, но и она более-менее работает. Речь пойдет об автобое. Автобой отлично показывает себя во время нудных фармов или в обычной игре. Вы просто включаете его, герои автоматически сражаются. Вам нужно лишь только указывать цель для атаки и, когда миссия заканчивается, выбирать, повторить ее или идти на следующий уровень. Причем этот искусственный интеллект работал лучше, чем я. Например, когда я проходила все то же логово высших эльфов, и когда пытался вручную там все пробежать, это заканчивалось провалом миссии или потерей почти всех героев. В то же время автобой сохранял по крайней мере половину и доводил миссию до победы. Хотя его использование может быть немного странным, так как вы можете скачать игру, но, грубо говоря, не играть в нее. Не стоит обольщаться, автобой работает криво. Например, если вы приказали атаковать одну цель, то юниты иногда почему-то будут атаковать другие, непомеченные цели. Про обычный бой тоже мало лестных слов найдется. Например, такие мелочи, то что нельзя выбирать, кто из ваших персонажей будет первым атаковать врагов. Но можно выбрать врага, которого вы будете атаковать. Если бы это была действительно тактическая игра, то у вас был бы выбор, кто из вашей компании начнет бой. Пока что про боевое взаимодействие у нас все. Теперь нужно рассмотреть одну из самых бесячих вещей в игре. Это реклама микротранзакций. Игра при каждом удобном случае напоминает, что она донатная. Пошли игру, так сразу давайте вам 6 уведомлений с просьбой залить деньги. Вернулись с боев, опять то же самое 6 раз, но иногда чуть меньше. Просматривали снаряжение и смотрите, что у вас там в клане творится. Еще 6 раз просят купить какие-нибудь наборы. Какой умник отвечал за это? Причем в других играх такого же разряда реклама самих себя происходит один раз при включении. И все.
Во время игрового процесса они больше так не делают. Знаете, что еще сильнее бесит? Это использование интернет-мемов в качестве рекламы. Вы совсем что ли там оборзели? Мемы — это достояние общественности. Как правило, человек за их создание вообще ничего не получает. Вы же взяли всем известные картинки, заменили людей, что там будет, и теперь вставляете это и получаете деньги на чужом труду. А для того, чтобы игрок не убежал отсюда со страхом, используют стандартная схема для удержания — награда за посещение. Каждый день при входе в игру вам выдается какой-нибудь предмет, а каждое круглое количество дней раз в 60 и 90, и так по нарастающей, вам полагается редкий персонаж. И стратегия победы заключена в том, что нужно заходить 270 дней для получения самых лучших воинов. Радует, что эта схема не сбрасывается, когда ты пропускаешь хотя бы один день. Еще напрягает и внутренний игровой чат. Он только текстовый, но его невозможно отключить, поэтому всегда будут появляться надписи, как все друг другом здороваются, как хотят поесть, как игрок Вася 54 прокачал очередного персонажа или получил новый артефакт. Все эти надписи раздражают. К тому же в чате есть очень подозрительные личности. Например, игрок 8, 800, 555, вы поняли, которые предлагали очень странные услуги. Покупка аккаунта по дешевке, какой-то сайт, на котором можно получить отличных персонажей, пахнет читерами. Правда, их все же банят иногда. В результате рейд можно отнести к двум типам ролевых игр. Первая – тактическая ролевая, сочетающая в себе ролевую и стратегию, но там акцент больше сделан на участие в боях. Взаимодействие с персонажами и торговля сведены к минимуму. Все квесты — это, как правило, цепочка боев. Однако рейд при всем своем кривлянии не подходит под этот жанр, так как взаимодействия с неигровыми персонажами нет, мирного взаимодействия нет, исследования мира нет, квестов, за исключением той дешевой пародии под названием «Компания», тоже нет. Зато ко второму типу рейд идеально подойдет. Это зачистка подземелий, где нужно развивать характеристики и приобретать экипировку. А сюжет тут очень прост и является обычной декорацией с предлогом для истребления противников и поиска сокровищ. А вот это я уже долго мечтал сказать. Игра не в стиле темного фэнтези. Да, присутствуют твои элементы, орды нежити или демоны. Но само их наличие не превращает игру в нужный жанр. Теперь, когда мы увидели костяк игры, механики и примерное разнообразие монстров, можно переходить к дальнейшим режимам. Переходим от сюжетной кампании к подземельям. Что это такое? Это несколько не связанных друг с другом локаций для добычи ресурсов. Они поделены условно на два типа. Первый тип – это цитадели. В них вы будете добывать зелья для прокачки. Абсолютно все цитадели выглядят одинаково. Используется один и тот же интерьер, только враги немного меняются и боссы. А каждый уровень представляет из себя сражение с вышеобозначенным боссом. С каждым уровнем у врагов увеличиваются показатели защиты, здоровья и урона. Итого получается еще скучнее, чем кампания. Цитадели открываются и закрываются время от времени. То есть за ограниченный период времени вы можете получить определенные типы зелий, но вы можете открыть их заранее, если у вас есть лишние 200 рубинов. Второй тип подземелий чуть лучше. Тут, по крайней мере, разное оформление. И добываются здесь уже не зелья, а свитки, перстни, амулеты, знамена. Кстати, именно тут можно вернуться в локацию из пролога и надрать жопу дракону. А теперь встречайте новые ошибки в игре. Еще в комментариях в App Store говорилось о сломанных боссах. Их два. Это паучиха и лавовый рыцарь. Начнем с последнего. Бой с ним проходит в самой красивой локации в игре. Это действительно очень хорошее место с дизайнерской точки зрения. Те противники, что находятся перед ним, легко убиваются. Однако сам босс непроходим. Дело в том, что он большую часть времени прячется со своим щитом. В это время его можно атаковать, но урон будет очень сильно снижаться, а без щита он находится всего один ход. То есть окно для внесения урона очень маленькое. Так он еще после того, как закрывается щитом, регенерирует свое здоровье. А регенерация покрывает весь урон, который вы нанесли ему за все время атаки. И ваше поражение остается лишь вопросом времени. Кстати, для тех, кто будет говорить, что ты проиграл, потому что использовали автобой. Я проходил по несколько раз уже без автобоя, но это мне не помогло.
Ну и вот гвоздь программы. Встречайте и не любите паучиха тетя Соня, которую ненавидят все игроки. Во время боя она призывает очень много мелких паучков. Даже на первом уровне эти твари отнюдь не слабые. 2-3 удара среднепрокачанного персонажа они выдерживают. Пауки атакуют разом все одного героя, и каждый из них накладывает эффект яда на 2 хода, что приводит к летальному исходу. Сама паучиха тоже больно бьет. Она поливает вас ядом, как из лейки. Плюс у нее имеется регенерация кукулавого рыцаря, то есть полностью восстанавливает все свое здоровье, что опять приводит к вашему поражению. И в итоге вы не можете не сфокусироваться ни на ее прислужниках, ни на ней самой. Главное, что локация, где она обитает, единственный целенаправленный источник амулетов, колец и знамен. Их можно получить и в качестве наград из других игровых режимов, но там они редко попадаются. В итоге амулетов и колец у себя фиг как мало. Воины фракции представляют из себя то же самое, что и компания. Но здесь каждая локация крипта на каждую фракцию. И, скажем, в крипте ящеров могут участвовать только ящеры. Вместо энергии для того, чтобы начать сражение, требуются теневые ключи. Режим, кроме этого, ничем не примечателен. В награду за прохождение уровней вам будут выдавать ресурсы для создания вещей и глифы для зачарования. Ух, вы, наверное, помните, как в Warframe мы собирали кучу различных ресурсов по всей Солнечной системе, чтобы потом сделать себе какую-нибудь крутую вундервафлю. Ох, как это было нудно и тяжело. А здесь еще круче. Ресурсы нужны для кузницы в Бастионе. Каждая крипта открывается на 12 часов, после чего остается закрытой до какого-нибудь дня недели. Арена делится на два типа. Обычная, где одна команда игрока против другой команды, и групповая. Это более двух команд сражаются на одном поле. Для того, чтобы принять участие в арене, нужно заплатить значки арены. Максимально вы можете иметь их при себе 10 штук. И если вам выпало еще где-нибудь 5 штук, вы их никак не сможете сохранить. Только если потратите уже имеющиеся и заберете выпавшие, таким образом восполните. Впервые я попытался выступить на арене еще на 17 уровне. Но тогда все обернулось поражением. Но это меня абсолютно не расстроило. Для того, чтобы был какой-никакой баланс, игра подбирает для вас противников близкого к вам уровня и силы команды. Хотя они там могут разняться. Например, у вас 20 уровень, и вам может быть выбран враг 18 уровня. Или у вас сила команды 11 тысяч, а у противника 13 тысяч. В общем, с такими погрешностями. Арену можно описать как: либо один раз выиграл, три раза проиграл, либо два раза выиграл, один раз проиграл. То есть эта балансовая система либо не работает, либо это я что-то не понял. Один раз было, что я увидел, как на арене выступал всего один герой. Я сначала думал, ну может быть какая-нибудь ошибка и остальные персонажи не отображаются, но это действительно был всего лишь один персонаж. Хотя в теории я его не должен был увидеть, игра должна была предложить тому игроку команды со всего одними героями. Но вышло так, что этот бой с ним у меня даже записан. Какой смысл играть в арену? Это получение медали, они используются в зале славы. Переменив определенное количество медалей, у всех героев какой-либо стихии поднимается какая-то характеристика. Есть еще лиги. У каждой из лиг есть своя награда, а точнее лутбокс, из которого выпадают всякие хорошие вещи. Чем выше лига, тем, разумеется, круче вещи. Перед рассказом про клановые битвы необходимо рассказать о самих кланах в рейде. Это объединение игроков, которые делают общие стратегии, получают награды совместно, а за активность выдают специальные сундуки. Для активности есть условия, например, играть не менее получаса и участвовать в клановых битвах два раза и другое подобное. Но единственное, ради чего стоит вступать или создавать кланы, это само собой клановые битвы. Напоминаю, в начале ролика я говорил, что начать битвы можно только если ты состоишь в клане. И у вас есть два пути. Первый – это создать свой собственный клан. Но это дорогая процедура, которая требует от вас 250 рубинов. Тут хочется опять перейти к Warframe, где клан создавался почти бесплатно. То есть от нас игра не требовала никакой премиум валюты. Она требовала от нас обычных ресурсов, которые можно было быстро найти. А вот вам руководство, как потерять свой клан.
Если вы его создали, и в нем есть подчиненные, то вы его сможете с легкостью просрать, если уйдете надолго из игры. Тогда ваш статус упадет с главы клана до какого-нибудь канцлера, или, что еще хуже, солдата, самого низкого ранга в игре. А ваше место займет самый активный игрок в клане. Вот такая вот логика. Второй путь. Подаем заявку. Здесь надо просто ввести сообщение для главы клана, что возьмите меня, я буду очень вам полезен. В этот раз все опирается в то, что клан может остановить прием заявок. А делают они это по причине, которую я озвучил чуть выше. Как потерять свой клан. То есть разработчики не стимулируют людей сбиваться в группы, а наоборот, так, чтобы был один человек в клане. А в окне выбора кланов нету фильтров. Нельзя подставить так, чтобы отображались только кланы, которые принимают заявки. Но спустя несколько минут я успешно вступил в школу клан. В настройках бусфайта есть несколько уровней сложности. От простого до ультра-адского. И естественно, чем выше уровень, тем сложнее босс. И повышается количество урона, которое вы должны ему нанести, чтобы получить награду. Знаете, ребята, Raid Shadow Legends — это такая игра, где нет бесплатных миссий. И, разумеется, на клановые битвы нужен очередной тип ключей, который выдается один раз в 6 часов. И его, конечно же, можно купить в магазине за 100 рубинов. Переходим к сражению. Можно спросить, почему анимация атаки отстает от анимации самого босса? Механика. Его нельзя убить за одну миссию. Во время битвы с ним вы должны проиграть. Но это будет записываться не как поражение, а будет записываться значение урона, которое вы нанесли ему за всю битву. Простыми словами, ваша цель – нанести как можно больше урона до момента своей смерти. Raid придерживается стандартного фэнтезийного дизайна с минимум изменений. По крайней мере, замок Лавового Рыцаря ему удался. И если вы заметили еще интересные локации, можете дополнить меня в комментариях. Однако, несмотря на всю дизайнерскую оболочку, локации сделаны халтурно. В них присутствуют дыры в пустоту. Опять! Это была единственная причина, почему нельзя вращать камеру на все 360 градусов. С дизайном персонажей у игры есть всего лишь одна проблема. Но сперва о хорошем. Бойцы сделаны хорошо, со вниманием к мелочам, проработкой деталей и сеттингом. Особенно хорошо сделаны женские персонажи. Даже фурии есть. Круче сделаны только демонессы. Советую посмотреть всем. То есть игра может заменить кое-какие сайты, если вы понимаете, о чем я. Это, кстати, была одна из причин, почему данный ролик так долго делался. Интересно, как с такими няшками Плариум еще не закрыли феминистки и защитники угнетенных? Уже моя личная придирка, но такие наряды непрактичны. Если они участвуют напрямую в боевых действиях, то тут нужны тяжелые доспехи, закрывающие все тело, потому что даже если подтупленным во время боя мечом рубануть по голику, то у последнего будет жуткое кровотечение с повреждением внутренних органов. И надо понимать, что сиськи не вечны. Токсикоз рано или поздно кончится, и начнется разбор игры. Вот та единственная проблема. Казалось, разработчики поднялись на нужную ступень для создания хороших персонажей, но где-то на половине пути обленились и пошли путем клонирования дизайна. То есть на более 400 персонажей половина – это клоны. То есть те же модели, только текстуры другие. И этим остолопам еще награды за них дают. Офигенно. Сейчас будет предоставлено изображение лишь части клонов, потому что их на самом деле много, и все они просто не влезут сюда. Хотя разработчики замечают свой косяк, однако самим им снова лень выдумывать дизайн, и они устраивают фанатские конкурсы. Стоп, а что это? Меченый? Какого черта? А, ну и маньяк. В такой игре он смотрится скорее, как насмешка. Наша теперешняя остановка – графика. Как обычно, разработчики заявляли, что у игры с ней все хорошо, и критики поддерживали это утверждение. На правде, графика уровня PlayStation 3 никак не уровня 2020-го. Это касается переднего плана локаций и моделей героев.
присутствуют угловатости, баги с освещением, а зеркальные поверхности не имеют отражения. Все, что касается второго и следующих планов, выполнено ужасно. Графика там отвратительная куча размазанных пикселей. Вот, например, как в первой локации за стеной они изобразили траву. Что это за пипец? Опять же, не надо говорить, что это мобильная игра, соответственно, графика хуже, чем на ПК или консолях. Ребята, повторюсь, игра вышла в 2020-м, и с каждым годом у мобильных платформ растут мощности, поэтому они могли постараться и сделать хотя бы графику хорошей. Теперь нужно поговорить о такой важной составляющей в играх, как музыка. Она подчеркивает атмосферу, может дополнить события, то есть она как бы второй фон. Звуковое сопровождение тоже очень важно. Оно отвечает за эффекты, в нашем случае создание заклинания, смерть противника, шаги персонажа и так далее. В игре всего 6 музыкальных композиций. Так мало того, все эти треки нудные, надоедают через несколько минут прослушивания, и главное, что они не подходят по атмосфере к игре. Боевая музыка не дает драйва, а та музыка, что в Бастионе, это просто атас. Она была настолько убогая, что очень скоро я просто выключил ее и, проходя игру на записи, слушал музыку из файлов, и все шло хорошо. В общем, схалтурили конкретно, сделалось всего 6 треков. Господи, такого игрострой, наверное, еще не видел. Здесь можно было бы подумать, что раз музыка для этой игры, мягко говоря, не очень важна, то разработчики предложат нам достойную альтернативу в виде качественных и разнообразных звуков. Нетушки. Звуковое сопровождение в рейде очень скудное, слабое и бедное. Например, на нескольких героев один звук смерти. Несколько отвратительных звуков для, казалось бы, огромного количества заклинаний. Звуки клинков, он вообще один на всех. Из всего сказанного можно вынести точный вердикт. В таком виде этот программный код враждебен к игроку, но все можно изменить. Первое, что нужно сделать, это удалить из игры такое понятие, как то, что для боев требуется какой-либо ресурс. Все их необходимо вырезать. Количество остальных ресурсов слегка подрезать и уменьшить их количество для изготовления вещей. Добавить в меню возможность начала новой игры. Артефакты будут реализованы как снаряжение, которое можно будет бесплатно одевать и снимать на бойцов. Ну и да, можно вспомнить еще негуманоидных существ, но для них можно завести отдельную броню и оружие. Проблему с клонами юнитов можно решить, введя в игру создание персонажа, где мы будем выбирать его внешность, расу, пол за небольшую сумму денег. Вместо талантов, которые качали только при помощи свитков, будет вот такая система. Основные характеристики, как интеллект, сила, ловкость и так далее, и умения первичные, вторичные, третичные, а также сильные и слабые стороны. Во время повышения уровня мы сможем распределять очки на характеристики, которые, собственно, будем повышать. Делать надо это будет с умом и расчетом. Та убогая система построения уровней будет изменена. Появятся города, в которые наша компания сможет заходить, можно будет закупаться у барыг, брать дополнительные задания и входить в здание. У уровней будет вид сверху с возможностью поворота камеры на 365 градусов. Каждым героем можно будет управлять как в отдельности, так и всеми разом. По уровням можно будет ходить, исследуя их. Врагов можно будет не только тупо убить, но и подкупить их, попытаться сбежать, либо просто идти через уровень и игнорировать их. Теперь будет возможность пройти игру нелинейно, в зависимости от того, как игрок выполнял задание. Не будет четкого деления на основную сюжетную линию и дополнительную. Так игрок, проходя их, будет открывать новые пути для прохождения и закрывать другие, что в итоге приведет к финалу.
Естественно, должна быть возможность присоединиться к злодею. И, конечно же, наши действия должны влиять на мир. Например, если ты не поддержал какое-то поселение, то оно перестанет существовать, и у тебя появится возможность прогуляться по его руинам. У игрока должна появиться возможность продавать за игровую валюту его инвентарь, ненужные артефакты, предметы и героев. Сеттинг надо переделать в сторону полной оригинальности мира. У игрока должна появиться эмоциональная привязка к сюжету игры и его миру. То есть нужно переписать сценарий и добавить нелинейность. Это приведет к отыгрышу «Как хочу» вкупе с улучшенным геймплеем. Музыку к игре полностью переписать. Добавить по несколько треков на каждую локацию. Записать побольше разнообразных звуков для игровых ситуаций. Графику нужно перерисовать. Добавить как можно больше полигонов на моделей, детализировать текстуры первого плана и в особенности второго, потому что когда на него смотришь, просто глаза текут. То, что я здесь предложил, будет весить гораздо больше, чем рейд сейчас. В такой игре люди проводили бы много времени и не жалели бы потом о его трате. Игра завоевала бы популярность и уважение. Она, конечно, перестала быть бесплатной, стала платной. Но на хорошую игру среднюю сумму денег не жалко. Однако все, что я здесь сказал, бесполезно, так как даже если бы я лично написал Плариуму, что в игре надо сделать, чтобы игроки ее не бросали, разработчики бы все равно этого не сделали, ибо тот механизм, который они построили, хоть и барахлит, но это барахление было задумано. Сами подумайте, если ты не можешь ни получить нормальные вещи, ни призвать нормального персонажа, ни убить босса, с которого падают жизненно важные материалы, то ты идешь в игровой магазин и вынужден тратить свои деньги на прохождение или покупать карты рейд. Это две платные подписки, одна круче другой, стоимостью 800 рублей в месяц, за которые вы получаете всякие игровые усилители и ломающие баланс бонусы. Для того выходит, что разработчикам слишком невыгодно устранять все косяки. Личное мнение. Мне игра не понравилась. В нее было больно и сложно играть. Никакого удовольствия от прохождения я не получил. И поэтому не рекомендую ее к скачиванию и трачу своего личного и невозобновляемого времени на казино, в котором ты никак не сможешь выиграть. Если вы захотите ее пройти, то качайте читы без зазрения совести. Плариум недостоин ваших денег. Сексуальные женские персонажи? Ну тогда можно просто не включать игровые режимы, а запускать нужных героев. Но для этого существуют специальные сайты. Если вы согласны с моим мнением, не стесняйтесь показывать это видео своим друзьям и заинтересованным людям. Ибо такая дрянь, как Raid Shadow Legends, очень плодовита, быстро заполняет интернет и вытесняет из него все достойные и хорошие проекты. До скорых встреч!